Так, ну что, друзья, всем привет. Вы на канале Михалыч. Подписывайтесь, ставьте лайк. Погнали! Так, ну что, друзья, наконец-таки мы все-таки собрались с Игорем на рыбалочку. Вот. Договорились в 6 встретиться. Время у нас без 15. Я поехал на заправку. Вот. Сейчас там заправлю, все сделаю. И еду Игоря забираю. И мы валим к месту ловли. Так, ну что, мы в пути. Поздоровайся с подписчиками. Вот, осталось нам примерно ехать хрен на сколько. Остановились мы перед речным попить чайку и помчим дальше. Так, ну что, все, короче, добрались мы. Решили сперва съездить на Паломку. Если там ничего не получится, то вернемся на Малому. Спустимся на заводе и на заводях порыбачим. Пока выгрузить, завести-то. Что-то бензином воняет. Подванивает. Так, короче, все, выгрузились мы. Забыл я ручку для наездника. Игорю придется сейчас сидеть на ящиках. Машину тут на обочине оставили. Так, ну что, все, мчим. Телефон где-то выпал по дороге. Оказался, он в машине лежит. Сейчас все, телефон забрал. Еду обратно. Игоря я там оставил. Там никто еще не рыбачил. Это очень хорошо. Так, ладно, что, мчим дальше. Так, ну что, все, примчал обратно. Берем все хозяйство. Опа-на. Так, ладно, сейчас соберусь. И на лед. Так, ну что, пробурились я тут. Глубина хорошая. 2,5 метра, если не 3 даже. Тишина.
Ну, сейчас нашумели, да. Так, ну что, короче, пробурили мы. Я не знаю. Тут лунок 50. Вообще ни в одной лунке рыбы нету. Я хрен знает, что такое. Не может быть такого. Места-то такие шикарные, перспективные, и ничего нет вообще. Так, ладно, мы тогда поехали на малому. На паломке вообще ничего нет. Хотя за те года тут и окунь, и сорогу все ловили, и щуку с одной лунки, а что-то, короче, ничего вообще, нифига. Так, ладно. Ну, короче, собираемся и летим туда, пока все места рыбные не разобрали. Так, приехали мы к реке Малома. Сейчас через лес поедем. Сейчас заводюсь. Кося, Тим.
маленько побуксовали сейчас в низинке. Налет заскочил и все, и шлифует. Дай-кай, молодуши уперлись в лёдка. Грязная вода-то. Так, ну что, все, мы, короче, доехали. На лед не стали заезжать. Решили пробуривать первую заводюху. Лед толстый. Ледочек толстый. Можно на снегоходе спокойно ездить. Тут одна фуга. Так, ну что там, поклевать? А чё? Да. Я говорю, вон это бурюдок, пипец. Ну чё? Ничего нет? Кроме коряк ничего нет. Ну, мне кажется, везде так. Не может быть, что там на таком омуте и рыбы нет. Это бред полный. Смачно меня там елка чуть не выкинула. Кое-как удержался она. Бак открыла, видишь. Давай дальше проверять. Следующий. Меня-то не пробьет он эту шубу. Какие вот дела. Короче, сейчас адреналинчик ухапнули. Пока ехали, все узко и все по берегу. Любое неверное движение, короче, и сразу же в речку. Так как буран еще нифига не рулится, там вообще жопа полная. Потягали его там, помучились малеха. Ну ничего, проехали. Я думаю, мы бы пешком бы еще бы половину бы дороги бы не прошли. Еще бы нет. Ты что, примерно 3 где-то, да, километра-то?
Да и, наверное, бы столько ж мурдикадок и раза два бы сели бы, перекурили бы еще. Так что вот такие дела. Ладно, мы что тут буримся, ищем. Посмотрим, есть ли рыбка. Нет, то тогда пойдем туда, на дальнюю заводь. Там сядем, посидим. Так, ну что, нашли мы рыбу. Плотвичка хорошенькая. Окушки. О. Ну, только была пониже чуть. Вон стоит одна. Ну, вдалеке все. Ага, глаза блестят. Не-не, вон плывет. Две. Ладно, что? Время терять. Начинаем мы рыбачить тогда. Так, ну что, все, мы расселись по лункам. Нашли хорошую стайку. Сороги, окуня. Но пока что-то не клюет. Так. Поставим пока на весу. Ну чё ты, поймай сегодня? Дергаешь, дергаешь. У Игоря там кто-то что-то долбит, а вытащить не может. Так. Ё-моё, тут что-то всё запуталось. Так, ребята, у меня была поклевочка, пока я тут бурил. Профукал ее. Кто-то тут так жадно обсасывал у меня червячка. Тишина. Тишина, тишина. Ты чё? Чуть не засосало. А, я тут и землю пробурил, думал, что за херня. Воу-воу-воу-воу! Видел, видел? Ах ты, мимо. А? Да, я вижу. Сорога так. Нихера тут-то. Аж кивок загнуло. Чему-то на игру нифига. На стоячку только. Стоям, басы. Что-то.
летит. Клевать. Ну чё? Никогда не пробивается. Окунь-то обычно сразу хватает. Это сорога мусолит что-то. Резину тянет. Короче, пока без результата. Так. Сейчас поставлю еще одну. Так, Игорь у нас обрыбился, поймал сорожку. Я пока чай пью. Пока тишина. Короче, набурили мы тут уже дофигища лунок. В каждой лунке есть рыба, но почему-то она не берет. Есть и хорошая сорожка. Она все вокруг, тут луна крутится, а... короче, вообще не берет. Вот Игорь одну поймал, сороженку маленькую, все. Вот это фигня какая-то непонятная. Вообще ноль. Короче, дело к ночи. Игорь еще там двух-трех, наверное, окуней поймал, и все, тишина вообще. Я уж всякие наживки, всякие приманки, всякие мормышки. Нифига. И надо непонятно. Вот. Смотрите, стоит хорошая плотва. Да ё-моё, как крутишь ты. Да ё-моё. Вон, видите? Он плавает. И стайка хорошая такая. Он прям, да что ты. Прям у камеры. Вот. Хорошая стайка. О, красавица какая. Вот еще одна. Да ё-моё. Нифига их тут. Ну, прям к камере подплывают, не боятся. А не берет вообще ничего. Их тут очень много вон. Ох, нифига какая здоровая вон там. Да блин. Из-за травы. Почему не берет-то? Ну, они прям тут камеры и крутятся. Ух, нифига их тут. У меня наживочка. А? Да вон у меня тут столько сороги, она не берет вообще. Она рядом, вон у меня и мормышка, и все.
Интересно. Блин, друзья, такие кадры офигенные. Ну хапай. Какая-то она неактивная. Офигеть ее тут. Я выцепил, блин, такой кадр хороший вообще. Суперски. Прям вообще четко на камеру заснял. И на ту, и на эту. Что, жерлицу будем ставить? А, блин, руки вообще труба мерзнут. Так что вот, друзья, такие дела. У меня руки замерзли сейчас. Перчатки одену и дальше буду пробовать ловить. Че? Окушок? А у меня одна сорога тут. Руки замерзли. Пипец.
Так, у Игоря там мазь пошла. Окуня за окуня таскает. Сейчас будем оббуривать его. Вон тут уже окуней с кило натаскал. Что за мормышка-то у тебя? Темная. Какая? Как бусинкой. Ну, бусинкой. Ох ты, тут вообще сыро. Здесь надо поаккуратнее ходить. А лед-то толстый? Да. А по что сыро? Сто лет таким буром не бурил, как бурить-то им? Чем не бурить-то? Вот это хрустнуло. Ага, походу там нормальный жор идет у тебя. Я говорю, мы рано приехали. Походу, вот только-только клёв-то начинается. Так что я, наверное, с того места-то зря ушел. Где сороги много. Да кто же? А я еще без перчаток хотел. Ох, сразу же первая поклевочка, и какой окушочек здоровый. Походу, а? Да, дальше будет. Ну, походу, вот тут где-то и стоят. Видишь, где есть, так они сразу берут. Еще один свой тут был. Ох ты, блин, профукал поклевину. Неактивная рыба. Она еле-еле берет его. Еле-еле душа в теле.
Так что вот, друзья, открыли мы сезон. Это очень хорошо. Так, пойду еще побурю пару луночек. Так, короче, садится батарейка у меня уже. Так, ну что, друзья, все, короче, мы отрыбачились. Нифига не клюет. Собираемся, короче, и уезжаем домой.